большой привет! В этом видео мы построим вот такую вот трансформер-машинку. Она едет как обычная машинка вроде бы. А нажимаешь на волшебный рычажок, и мы сразу взлетаем, и у нас тут крутятся пропеллеры, и мы летим. Как построить, я вам расскажу в этом видео. Ну а перед началом прошу вас подписаться на канал, поставить свой мега-царский лайк, написать комментарий, ну а мы приступаем к видео. К туториалу, к постройке. Ой, что это такое? Время туториала. Начинаем строительство этой трансформер-машинки. Ставим 3 блока дерева, на него блок железа, дерево можно убрать. Ставим масштаб на 14 и делаем вот такую вот маленькую платформу. 7 на 7 блоков, файна. Теперь в центре нужно поставить поршень. Ставим, сначала смотрим, где примерно центр. Теперь его активируем. И на него сейчас надо будет поставить блок железа. Готово. Теперь ставим масштаб на 12. Так. И поднимаем. Это у нас 6 блоков. Теперь, как показано на видео, строим такую вот штучку. 4 блока ставим. Теперь ее нужно замасштабировать. Ставлю масштаб на 2. Вот я масштабирую. Вот получается у меня 3 блока. Ну вот, смотрите, она закрывает нижнюю часть, получается. Вот. Это так ровно. 3 блока на 7. 3 на 7 получается. С другой стороны также. Слишком большая. Вот так все. Так, вот здесь надо будет еще 3 блока добавить. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Вот такие вот штучки получаются. 0.25. 0.2 ставим. Так, ну вот так вот масштабируется. Сейчас надо вот эти вот платформы, которые 3 на 7. Надо будет замасштабировать, но сначала масштабируем вот эту вот палочку. На одно деление от главного блока убираем. Так. И теперь вот это немножко отсоединяем тоже. Которая 3 на 7 платформы. На одно деление. Сохраняем. У меня это будет безымянное. Так. Вот здесь сейчас надо это прицепить, а то оно просто отпадет. Все вот так. Получается в центре вот такие вот дырочки. Теперь наверху мы ставим блок. Ставим масштаб на 2. Масштабируем его. Это у нас сейчас будет сама машинка. Получается, она у меня тоже в 7 блоков в длину. Один блок в ширину. Теперь берем стульчик, ставим его по центру. Стульчик. Вот этот именно водитель. Здесь ставим 2 блока. Здесь тоже 2 блока, как показано на видео. Готово. Теперь нужно поставить забор вот таким вот образом. Готов. Здесь у нас будут колеса располагаться. Теперь нужно взять такой блок. Так, сначала вот тут еще немножко забора поставим. Сейчас мы берем такой вот блок с очень странным названием. И как показано на видео, его ставим. Так, все готово. Не знаю, как я забыл, как этот блок называется, но я его называю Кимочка. Очень странное название придумал. Здесь ставим сейчас колеса, передние, задние, все, готово. Сохраняем. Теперь нужно взять эти пимбочки и поставить на другой забор, как указано на видео. Так, теперь нам нужно вращение или rotate по-английски поставить на 15 градусов. Сейчас мы поворачиваем поршень вот таким вот образом. Вот так. Смотрите, как у меня получилось поставить 15 градусов наклон.
Вот все, они на друг друга смотрят, только немножко вверх. Им надо сейчас тут где-то 4 блока, наверное, поставить. Сохраняем. Так, сейчас будем дальше продолжать механику строить. Кстати, надо вот активировать вот так. Раз, два, раз, два. Все, мы активировали. Теперь берем железный забор. Вот несколько дней назад он продавался по скидке, можно было купить его. Вот я тогда 500 купил, у меня раньше вообще не было. Вот, вот так вот поставили забор. О, машинка приехала с кибером. О, привет, кибер, а что ты ко мне в команду не заходишь? Привет, привет. А сейчас берем поршни. Так, ставим поворот на 90 градусов, передвижение на 0.5. И как показано на видео, ставим поршни. Вот такое вот между ними небольшое расстояние. Их надо в центре поставить. Вот так. Так. Вот так. Все. Сейчас правильно поставил. И так нужно, где все колеса поставить. Так. 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 Что-то я вроде неправильно поставил. А вот так. Так получше. О, упал. Все, готово. Наконец-то я это все поставил. Теперь ставим масштаб на 0.2 и опускаем вот эти все нижние вот платформы. Слишком большие. Так, пониже. Пониже. Все, готово. Теперь ищем один блок. Это мотор. Ставим 4 штуки. Если что, их можно купить в магазине за 450 золота, один мотор, и вам еще дополнительно кресло дадут. Так, сейчас мы убираем всю нижнюю часть, оставляем только машину. Все, все, все надо выделить. И здесь поставить, получается, коллизию отключаем и ставим прозрачность на 100%. Вот кибер пришел. Мы сейчас вот эту вот платформу, которую мы сузили, выбираем. И там нам нужно везде включить коллизию. Теперь удаляем стул, ставим опять. И у нас все к нему привязывается. И снова ставим стул. Только ни к какому поршню он не должен быть привязан. Отвязываем его. Так, все, готово. Теперь удаляем все эти колеса. И ставим их заново. Не очень логично, да? Сначала, наверное, вот это передвижение поставим на 1, как у нас было, чтобы они ровно как в прошлый раз встали. Так, и задние тоже. Все, они снова взялись за поршни. Теперь они привязались к тому стульчику. Можно было просто перепривязать. Вот теперь вот я выделил все два блока, ставлю им прозрачность 0%. Сейчас нужно их немножко соединить. Ставим железный блок, поднимаем его совсем капельку. Теперь все это надо выделить. Сначала тут прозрачность на 100% и фиксацию. А вот на этом блоке как было фиксацию мы оставляем. Коллизия, то есть это все. Не фиксация. Фиксация это вообще анчур. Так, теперь это все сохраняем опять. О, кибер побежал опять. Опять сохраняем. А, вроде я уже сохранял. Уже не помню. Так, теперь... Берем кнопочку, ставим кнопочку. Опять она к поршню привязалась. Какая кнопка вредная. Ладно. Сейчас выделяем все эти невидимые двигатели, призраки. Им надо отключить прозрачность. Все, теперь их можно увидеть. Вот эту платформу тоже. Удаляем их. Ставим их заново. То, что мы сделали с колесами. Повторяем тут же. Раз, два, три, четыре. Все, они уже сразу привязались к кнопочке. Теперь удаляем кнопку. Необычно. Теперь берем рычажок. Ставим его вот здесь. Справа или слева, разницы нету.
Здесь количество отключаем и ставим прозрачность на 100%. И в нижнюю платформу тоже на 100%, потому что я ее открыл, чтобы мне лучше было видно. Сохраняем. Остались мелочи. Надо все эти двигатели по одному или через shift выделяя отсоединить от этого рычага. А то вообще не пойми, что там происходит. Вот я сейчас тест отрезал отсюда. Вообще не едет, не поднимает, не спускает. Сейчас надо немножко переделать. Вот здесь главное вот эта настройка сейчас. Вот эти все моторы я сейчас выделяю через shift. Нужно привязать к креслу. Backward у вас тут выглядит. Back это назад, это S. Right это право. D. Left это лево. А и forward вперед это V. Удаляем вот эту вот штучку. Рычажок. Ставим его заново. И теперь все привязалось к этому рычагу. Теперь сохраняем. Все, можно не беспокоиться, что постройка исчезла. Выделяем все, отключаем анчор. Так. Вот так вот, смотрите, вот этот вот поршень. Сейчас, так, его надо выделить, выделить, как-нибудь выделить. Так, так, ага, вот все. Я его выделил, вон прозрачность 0% ставим. Его, короче, нужно вниз спустить. О, машинка у нас едет, нажимаем на кнопку, мы поднимаемся, и у нас все крутится. А что это так они вылезли? Что-то я не понял, так не должно быть. Теперь нужно их всех шифтом выделить. Ну, это надо будет сделать перед сохранением. Лучше. Так, вот здесь вот везде должно стоять два блока. Вот, ну, или четыре, как хотите. Вот тут, смотрите, 10 стоит. Поэтому они так выдвигаются и друг другу стукают. Вот я сейчас два поставил. Так, сейчас надо все перезапустить. Пускаемся. Нажимаем волшебный рычажок, мы поднимаемся и все нормально крутится. Если мы едем вперед, то все крутится. Если мы поворачиваем, то только задние. О, кибер тут приехал. О, смотри, у меня машинка. Ну а на этом я буду заканчивать. С вами был Ухеймс. Подписывайтесь на канал. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Всем пока. 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 Пока.